Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и сегодня у нас обзор реакции на потерянный эпизод Мимимишек. Я в поисках тех потерянных эпизодов, которые меня напугают, но мои попытки слишком печальны, я не могу его найти. Именно поэтому я буду целую неделю реагировать на потерянные эпизоды. Я вам это предложил, а вы это захотели. Поэтому мы начинаем! Первый потерянный эпизод. Смерть Сони и суицид Тучки. Мимимишки. Серия 666. Приступим к просмотру. Вы поймете, если не заглянете в описание. А если вы уже все посмотрели, тогда приятного просмотра. Спасибо за приятный просмотр. Мне аж приятно стало. В потерянных эпизодах желают приятный просмотр. Оу! Всем привет! И сегодня это потерянный эпизод Мимимишек. Извиняюсь, у меня очень сильный насморк. Ничего страшного. Я вообще обосрался уже. Вместо обычной заставки Мимимишек появилась странная картинка, на которой было написано Мимимишки, серия 666. Боже, это же эта картинка! Кто бы мог подумать, что он найдет реальную картинку? Смерть Сони, суицид Тучки, Мимимишки, серия 666. Это просто ужасно! Это меня очень удивило. Может, это какая-то шутка? Какая шутка, братан? Это реально потерянный эпизод. Какая может быть шутка? Переход на лисичку, которая бегает. Боже, что это с лисичкой? Почему у нее зеленые зубы? Она что, ела радиацию? Почему у нее зеленые зубы? Почему у нее изо рта идет кровь? Она точно ела радиацию, иначе у нее не шло без рта кровь. У нее из глаз идет кровь, хотя у нее черные глаза. Как впадины, по-моему, я уже узнаю их. Она была необычной, у нее были черные глаза. Конечно, она была необычной, у нее черные глаза, зеленые зубы, красная жопа. Красная жопа, что она не делала? Или что я ей туда пихаю? 18 плюс стоп. Она несла план, как убить Соню. Это было очень стрёмно. Нет, она не может убить Соню. Этого не может произойти, вы должны это понимать, ребята. Переход на... Какие жуткие переходы! К нему приходит лисичка. Можно зарезать незаметно Соню ножом, и она умрет. Нет! Кеша, подумай. Пожалуйста, не убивайте Соню, я ее люблю. За кого я буду драть? Переход на другую картинку. О нет, теперь Кеша одержимый! Вот это повороты в этом потерянном эпизоде! Боже ты мой! Мы увидим Кешу. Кеша выглядел еще хуже, чем лисичка. У него были красные зрачки. Я смогу убить ее. Подсыл в торт яда. О нет, он подсыпет ей торт яда, если вы не понял. Потому что я не понял, то я уже придумал. Это ужасно. Нет, он не может убивать Соню. Сонечка, она Соня. Она просто Соня. Зачем ее убивать? Переход на Тучку. Тучка была с красными глазами. Вот и это говорю, переходы. Что хочет совершить самоубийство? Нет, Тучка, ты не можешь. Почему все хотят умереть? Не может Тучка умереть. Тучка лучший. Запускаем хэштег. Тучка живи. Тучка живи. Тучка живи. Живи. Внешние проблемы. И переход сразу на Тучку. Он стоит и просто смотрит куда-то вдаль. Резкие помехи. Картинка сильно изменилась. Немножко уменьшилась. О боже, это же реальная помеха. О нет, он хочет повесить. Нет, я просто в это не верю. Нет. Тучка висит на вешалке. Он висит на вешалке. Нет, Тучка, ты не мог умереть. Дебил. Резко переключается текст, на который сейчас вам сочетаю. Кеша стал Саня и подсунул Соне яд в жоп-торт, который она съела. Соня погибла. Соня, это была вторая смерть. Очень сильно мы в шоке, так как это смотрели дети. Ты пиздал, как я, сейчас в шоке, ты хоть принимаешь? Это смотрю я, ребенок, мне 7 лет. Да, 7 лет, я это смотрю, мне вообще страшно. Никогда не смотрите этот эпизод. Я уже посмотрел, нужно было это сказать в начале. Теперь я не смогу уснуть ночью. Буду какать постоянно. Потерянный эпизод Мимимишки. Хэллоуин, спиши, какал. Начинаем наш царский просмотр, и я убираю слезу своего глаза, и мы продолжаем смотреть. Всем здорово. Здорово. Потерянный эпизод Мимимишки. Здесь есть музыка. Это уже лучше. Сценарий найден на просторах интернета. Один сценарист, не выдержав давления начальника,
выложил сценарий эпизода, который запретили реализовывать. Вот тут даже я офигел. Это было прикольно придумано, бро. Хоть здесь и 600 просмотров. Это, блин, круто было придумано. Боже! Пришел Цыпа. Цыпа, ты дебил! Цыпа вошел и сразу выхватил из рук Кеши кусок пирога. Ну что тут? Пирог! Он хочет его убить пирогом. Вы представьте, он возьмет и проткнет его пирогом. Просто на изи. Она сказала, ну, как пирог. На что ее друзья ответили, очень вкусно. Просто жесть! Похоже, лисичка отравила пирог! Я просто в шоке! Вот это да! Блин! А что у него в качестве начинки? На что лиса ответила. Кровь! Вы представляете, что это? Я только что придумал. Вы представляете, что это? О, изи. Вы представляете, что это? Она просто взяла и отравила своей кровью! Или Цыпы! Тучка сказал, что надо найти фонарик, и лисичка послала в подвал Кешу. Боже, никогда нельзя идти в подвал, это самое ужасное, что может быть. Зачем он пошел в подвал? Ему это надо? Зачем? Зачем? Я просто в шоке! Почему он молчит? Мне страшно! Когда он очнулся, понял, что находится на операционном столе. Ёпт! Я молчу, я просто в шоке, я не могу на это реагировать. Как так можно было? Камон, лисичка, зачем так делать? Если ты сейчас меня смотришь, зачем ты это сделала? Разве так можно делать? Бедный Кеша, Тучка, я не знаю, кого там закрыла, потому что я не расслышал. Но они бедные люди, дети, животные. Потому что зачем так делать? Ты сказала, во славу сатане и пирога. И выколола глаза Тучки. Это просто ужасно. Я просто в шоке. Хотите прикол? Вот смотрите прикол. Закройте глаза. Это был самый худший потерянный эпизод. Лисичка просто поиздевалась над Кешей и Тучкой. Даже я такого не ожидал. Похоже, это была концовка. Серия обрывается на этом. Мои ладошки очень сильно вспотели, а ноги трусятся. Пожалуйста, заберите меня отсюда. На этом все. Бро, на этой флешке находится один из самых страшных потерянных эпизодов. Я могу тебе его подарить. Но что тебе нужно, это просто поставить лайк. И завтра в своем почтовом ящике ты найдешь эту флешку с этим самым страшным потерянным эпизодом. Он от меня. Все, что тебе нужно, это просто поставить лайк. А на этом все. Мы начали неделю потерянных эпизодов. Это первый день. Впереди еще целых 6. Шесть! Увидимся завтра! Ставь лайк, подписывайся на канал, оценивай это видео, пиши в комментариях, я обязательно тебе отвечу в комментах. А также обязательно смотри новую серию инспектора школьника Моргенштерн. Это лучшее, что ты можешь увидеть. Это будет просто лучшие 10 минут твоей жизни, которые ты даже не заметишь, как пройдут. Переходи на мой второй канал, там видео выходят каждый день, а ты все еще их не видел. Ну как ты так можешь? Я жду тебя на втором канале. На это все. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока!